Grand Union – основа твоего успеха. Малый вход – большой доход. В период действия этого промоушена достаточно приобрести G-Kit за $29.99, чтобы войти в бизнес и быстро заработать на любой понравившийся пак. Всем, кто приобретет G-Kit в период действия промоушена, присваивается статус «Участник» с открытием ячейки в бинарной структуре и полноценного бизнес-центра для ведения бизнеса. Участник получает все личные премии от партнеров своей структуры. Таким образом, еще до завершения промоушена каждый участник может заработать $100 и приобрести любой из понравившихся паков. Основным же аргументом для них станут те фантастические доходы, которые они смогут получать, изменив статус «участник» на статус «партнер» компании. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом коротком видео мне хотелось бы рассказать вам о различных возможностях входа в бизнес компании G-Network, то есть о том, какие варианты существуют в принципе и, самое главное, какие преимущества вы получаете в каждом из них. Статус участника или так называемый легкий старт позволяет вам получать только один вид дохода – личную премию. Но это замечательное решение как раз для тех, кто пока не может позволить себе войти на более серьезный статус. Купив G-Kit всего за $39, вы получаете возможность не только сохранить свое место в бинарной структуре, но также начинаете получать личную премию за каждую продажу в размере до $150. Например, за каждого партнера, который приобретет рендер-ферму, вы получите по $100. Кстати, я всегда рекомендую следить за акциями, которые периодически проводит компания. В зависимости от этих промоушенов, G-Kit может как даваться в подарок, так и повышаться в цене. Давайте посмотрим, действует ли сейчас какая-либо акция. Заходим по ссылке bizgnetworkbiz/price и видим в нашем бэк-офисе, что как раз в данный момент стоимость G-Kit снижена до $29. Давайте теперь зайдем в генеалогию и посмотрим, есть ли под нами люди. Идем по ссылке bizgnetworkbiz/teamset и видим, что справа под нами находится 138 человек, а слева 465 человек. Под этими цифрами вы видите количество баллов, которое осталось в данный момент после получения очередной структурной премии. В моем случае это 327 баллов слева и 352 балла справа, то есть суммарно 679 баллов. Здесь я напомню еще раз, что когда у вас справа и слева суммарно накапливается 900 баллов в определенных соотношениях, вы получаете еще по $100 дополнительно ко всем своим имеющимся доходам и премиям. И это происходит постоянно. Причем частота получения этого вознаграждения все время увеличивается, так как количество рендер-ферм только растет, и из этого бизнеса никто не уходит. Но все это происходит только у тех, кто сам приобрел рендер-ферму и получает по ней доход. Смотрите, например, под этим человеком, который, кстати, пришел ко мне переливом, уже 464 партнера, от многих из которых как раз и приходят те баллы, о которых мы говорили выше. Но все эти баллы, а значит и деньги, проходят мимо этого человека, так как у него самого не куплена рендер-ферма. Итак, самое главное, что вам необходимо понять. Если вы не покупаете рендер-ферму, то вы теряете не только доход от самого рендеринга, но также еще и по $20 с потока и по 150 баллов с каждого партнера, находящегося под вами, который покупает рендер-ферму. Поймите, что занять место повыше в бинаре при регистрации – это, конечно же, хорошо. Но занять это место, увидеть, что под тобой уже начала строиться организация, и не воспользоваться всеми этими преимуществами, по крайней мере, это не очень мудро. Я думаю, вы понимаете, я использовал очень мягкую формулировку. Единственного дохода, которого нет при покупке рендер-фермы, это инвестиционного дохода. Но я думаю, что это тема отдельного ролика, так как речь пойдет о том, как реально заработать $1 миллион. Перед тем, как закончить этот ролик, мне хотелось бы напомнить вам только об одном невосполнимом ресурсе. Вы прекрасно понимаете, что это время. Примите свое решение не завтра, не через неделю, не тогда, когда у вас будут свободные деньги. Примите его прямо сейчас. И самое главное, сделайте реальные финансовые шаги по направлению к своей цели. Я желаю вам мудрости и смелости в принятии решений и дальнейшей их реализации. Успехов вам!